Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Дарья Топузлиева. В Кирове снесут флигель усадьбы Голомидовых. Дом расположен по адресу Горбачева, 20А. Администрация города провела аукцион по сносу аварийного здания. На него было подано две заявки. Максимальная цена в 240 тысяч рублей. В результате торгов была снижена на 5 тысяч. Победитель должен будет снести аварийный дом и вывести строительный мусор. Стоит отметить, что здание по улице Горбачева представляет историко-культурную ценность. Ранее здесь находился флигель усадьбы Голомидовых. Дайджест недвижимости. До конца года 208 детей-сирот получат новые квартиры. Сейчас в Кирове идет строительство двух домов для детей-сирот. Они возводятся в микрорайоне Лингасово по адресам Октябрьская, 45/3 и Гражданская, 33. В доме на Октябрьской в настоящее время подходит к концу отделочные работы. Планируется, что он будет сдан в эксплуатацию до конца июня. В этом доме построено 108 квартир, все они выполнены в чистовой отделке. В доме на Гражданской будет 100 квартир, он возводится из кирпича. Здесь построено уже 4 этажа первой секции, причем работы форсируются с той целью, чтобы как можно быстрее приступить к внутренней отделке помещений. Срок сдачи этого дома, согласно муниципальному контракту, 25 декабря. Как заявляют в администрации, при возведении этих домов были учтены недочеты, допущенные ранее. Например, фундамент дома по улице Гражданской подняли на метр, чтобы избежать просачивания грунтовых вод в подвал. Дайджест недвижимости. А теперь новость от наших партнеров. Ипотечная корпорация предлагает квартиры-студии по цене от 570 тысяч рублей. Жилье расположено в микрорайоне Верхней Черемушки. Это идеальный вариант первого жилья. Купить квартиру можно как за наличный расчет, так и с помощью ипотеки. Такое жилье станет прекрасным решением для студентов и семей без детей. Уменьшение метража не означает ухудшение потребительских характеристик квартиры. При грамотном подходе к планировке и декорированию в компактной квартире можно создать уникальное жизненное пространство, которое будет отвечать всем требованиям эргономики. Дизайнеры ипотечной корпорации позаботились о комфорте будущих новоселов, составили оптимальный план расстановки мебели, пространство зонировано максимально удобно, эргономично использован каждый сантиметр площади. Узнать более подробную информацию и получить бесплатную консультацию всегда можно в офисе ипотечной корпорации в Кирове по адресу Ленина, 92 и по телефону 25 10 10. Проектные декларации на сайте ипотека43.рф. Заем предоставляется акционерным обществом «КРИК». По данным портала rekirov.ru, в мае наблюдалось общее снижение цен на вторичном рынке жилья. Так, средняя стоимость одного квадратного метра составила 43 463 рубля. Это на 1% ниже аналогичного значения позапрошлого месяца. Квадратный метр в студии подешевел на 1,26%, в однокомнатных квартирах на 1%, в четырехкомнатных сразу на 1,89%. Падение цен на двух- и трехкомнатные квартиры было незначительным. На этом все. В студии работала Дарья Топузлиева. Дайджест недвижимости.